Всем привет! Меня зовут Наталья Строева. Я мисс Республика Саха-Якутия 2017, студентка медицинского университета имени Пирогова. И вот уже год являюсь амбассадором международного проекта «Begin IT». Почему я стала послом именно этого проекта? Наверное, потому что не понаслышке знаю, каково это – быть сиротой. Ребятам нужен не просто очередной подарок от благотворителей, а хороший пример, рука поддержки и стимул для того, чтобы самим научиться идти по жизни. «Begin IT» – это образовательный проект, направленный на выявление способных детей из детских домов, школ-интернатов, сельских школ, а также на их профориентацию в сфере новых технологий. Цель проекта – вызвать у детей интерес к профессиям в сфере IT, дать импульс на личностный рост и тем самым повлиять на выбор будущей профессии. Ведь на данный момент в России около 48 тысяч детей-сирот, и не все из них имеют возможность получить хорошее образование. В этом году в проекте участвуют 12 стран из Латинской Америки, Африки, Европы и Азии, а это уже более 200 детей, которые проходят бесплатное годовое обучение основам программирования, веб-дизайна, разработки игр и анимации. Я верю, что мир можно изменить к лучшему, начав с каждого отдельного человека. Даже если позже ученики выберут другую специальность, эти курсы дадут им полезные навыки, такие как цифровая грамотность, логическое мышление и умение распределять время и задачи. Мы хотим показать им, что в мире много возможностей для развития.